после того, как решение было принято, отступать уже некуда. Помещения не было, я сделал несколько попыток найти помещение. Я был готов вообще все передать в обмен на помещение, но как-то нормально не получилось. Поэтому Юля пошла нам встречу, и часть галереи «Птица» была под музей Брусиловского, тем более при Брусиловском здесь все начиналось, я здесь часто бывал. Музей получился камерный, но очень насыщенный. Это самое большое собрание Брусиловского в одних руках. Мало того, здесь в музее собраны вещи от 48 до 16 года. То есть полный вес, вот все, что из известного, самое раннее из известного, самое позднее из известного. Вот. И то, что мы здесь все рядом, и Таня здесь рядом, и Виталий Михайлович рядом, и Максим, вот я, например, помогу. Я очень рад, что это получилось. То есть у музея, у этого огромный потенциал. В свое время непонятно для чего и зачем, но Брусиловский некоторые вещи видел вперед. Он мне отдал огромную папку, вот такой толщины, забитую рисунками, документами. Я совершенно неожиданно там, это произошло несколько дней назад, полез на график, посмотреть, хотел вот эти автопортреты, которые никто не видел, поставить. Полез смотреть, обнаружил его переписку с Беллой Дежур, которая нигде не публиковалась, ряд еще очень интересных вещей. И набросочки самые-самые разные, там столько свердловчан известных в этих набросках. У меня вообще портреты были всех, пожалуй, знаковых людей в Екатеринбурге, в Свердловске. Вот. Мало того, еще я хочу сказать про потенциал музея. Таня передала несколько очень серьезных документов, вплоть до того, что рукописные переговоры с Басмаджаном о выставке, просьбы Басмаджана, переписку Басмаджана с Министерством культуры, документы Союза художников. Мало того, у нас есть сейчас стенограмма всей полемики, которая разгорелась по поводу 18 года. Вся эпопея по поводу вывоза 18 года и западной прессы. То есть сейчас потихоньку-потихоньку будем этим заниматься. Здесь я вижу несколько людей, у которых очень серьезное личное собрание Брусиловского есть. Я думаю, со временем будем выставлять чьи-то собрания частные здесь, потому что очень интересно посмотреть. А это не афишировалось, а кто-то не публиковалось. Брусиловский все-таки был очень плодовитым художником. Ну и, конечно, научная работа для себя. Для меня первое, что я хочу сделать, просто опись всех собраний, если можно, каталог сквозной, каталог огромный, наследие Брусиловского, потому что художник с мировым именем, откровенно художник в контексте самой высокой мировой культуры, и поэтому каждая информация о нем, ну, на вес золота. В общем, я рад, что у меня все получилось, что все добрые люди помогли, и хочу, чтобы Таня что-нибудь сказала. Я в конце. Я безусловно тебя ставлю. Добрый день, дорогие друзья, здравствуйте. Мы сегодня здесь все свидетели и участники состояния. На самом деле это абсолютно уникальное событие, но хотя бы уже потому, что оно имеет огромное количество самых разнообразных смыслов. Но прежде всего смысл художественный. Работа Евгения Брусиловского будет сидеть постоянно в экспозиции и всегда можно будет видеть. Это очень важно. Этическое значение, конечно, потому что этот музей, ну, факт высокого признания жизни художника и его мастерства. Наконец, значение культурологическое, потому что вот Евгений Розенов уже говорил о программе, которая намечена в работе музея, и огромная культурная работа будет, конечно, проделана, просветительская работа. И это все совершенно замечательно. Конечно, музей Миши Брусиловского – это детище Евгения Розмана. И он возник в результате многолетнего знакомства и дружеских отношений с Мишей, с художником Брусиловским. В результате любви и понимания Евгения Вадим Ильич.
множество лет. Ну вот, эти работы видите, в основе экспозиции. Конечно, это не только, но роскошный совершенно пустословный подарок художнику. Все, вы сказали, что ты говорили, это замечательный подарок на самом деле всем нам. И городу, конечно, огромный подарок, потому что город приобретает в своем культурном пространстве еще один замечательный художественный музей. И вообще история создания музея, один музей, его реализация, это пример исторического служения интересам культуры. Это очень важно. Давайте им вроде поблагодарим. Мы понимаем, что воспитание интереса зрителей и столбов. Ну, зря. Как в настоящем музее книжка лежит. Если что, оставьте запись. Ладно? Можете себя нарисовать. Ну не сейчас. А вот пока вы говорите, то он же молча рисует. Я мало того, что я на вашем речи вот слово Виталий Михайлович берет. И Виталий Михайлович сказал все, что можно было сказать. Но меня не остановишь, я тоже хочу. Миша, ну, в силу своего возраста принадлежал, как известно, к поколению 60-летних. И поэтому в его жизни было, ну, два смысла существования, без святыни, можно сказать, это работа и, как он говорил, дружба, дружба, друзья. Все, кто его знает, знают и это. И очень часто было, когда он отодвигал все свои дела во имя дружбы, во имя друзей, и никогда не было, чтобы наоборот. И сегодня мы являемся свидетелями совершенно уникального явления, если учитывать фактор времени. Когда его друзья, Юля и Женя, а это очень давние, очень близкие друзья, Женя во время болезни, я должна сказать, был каждый день, звонил каждый день. Так, ну и, конечно, в такой день рождения, то есть за все свои дни рождения, пауза угрожает Миша, Танечка, да? Украшает, да. Миша никогда не получал таких подарков. Хотя нет, получал и равнозначную, и равноценную монографию. Она была издана в 2002 году. И этот подарок был тоже от Юли и Жени. Юля, где Юля? Юля. Это от Юли был. Это от Юли был. Женя, он примкнул Женю. Юля крутее, конечно. А Юля и Женя ему не мешали. И поэтому она получилась, на мой взгляд, и не только на мой взгляд, а несколько... Искусствоведа говорит, что она совершенно уникальна по форме и содержанию. Были потом, но уже потом. А вот эта монография. И вам, и вы знаете, Миша до конца своих дней был невероятно благодарен. И до конца своей жизни считал, что ему очень повезло. Вот с этим событием. Огромное-огромное спасибо, Юленька, потому что монография была издана при жизни, и Миша был абсолютно счастлив. А после жизни вот такой еще один подарок от его друзей. Так что от меня низкий поклон вам. Спасибо. Вы знаете, про Мишино искусство, конечно, будут говорить искусствоведы, есть много людей, кто про это скажет. Вот. Я хочу сказать вещь, одну. Мы однажды сидели с Женей, так разговаривали между собой. Крупные люди обычно обладают и какими-то крупными пороками, недостатками. И все время что-то вот вокруг талантливых, крупных, гениальных людей. Мы знаем, один там был прекрасный Пикассо, но издевался там над своими женщинами, да? Мерзавец. Почему до физического? А это порог? Все люди, кто-то предавал друзей, кто-то, значит, еще какие-то делал пакости, но мы ничего не знаем о Мишевиче и не можем сказать. Понятно, наверное, крупный человек, он все равно еще маленький был, поэтому и на самом деле, вот это не потому, что, как говорится, не принято, да, что-то говорить плохое. Это на самом деле так. Я не знаю, в чем можно было бы упрекнуть Брусиловского. Он не предавал друзей.
он относился ко всем по-доброму и по-человечески. Он никогда никому не сделал никакого зла. И, конечно, вот, наверное, одна из причин, почему все-таки вот... Наверное, можно было бы упираться и искать какое-то помещение для потери пульса, может быть, даже его можно было бы найти. Но так не хочется расставаться с этим миром, потому что мир Миши Брусиловского, он настолько большой и всевмещающий, он вмещает в себя и людей, и чувства, и краски, и человеческие какие-то переживания. И, конечно, это вот этот вот институт дружественности, да, не говорить этого слова. Вмещает. Он настолько, вот на самом деле, мы вот говорим так, ты говоришь, вот маленький, а я вот помню, как мы сидим, разговариваем, Миша что-то шутит, улыбается, прикидывается таким вот, как бы, а потом вдруг раз, у него на какую-то долю секунды становится настолько пронзительное выражение лица, как только вот заходит какой-то разговор, этот человек меняет вот его портрет. Особенно, когда он портрет писал, он так на тебя посмотрит, просто вот. Вот. Я не знаю, как скомканно немножко, но просто вот что-то захотелось сказать, потому что все здесь, вот и Таня, и Яна вот приехали, Максим Михайлович, Максим там прячется, не хотел никак выходить. Вот как-то вот свои люди все тут, и захотелось сказать именно какие-то вот такие слова. Конечно, огромная для всех, для нас это утрата, но... Кусочек мира, это кусочек мира. Как мы его не будем наполнять, это всегда будет всего лишь небольшой кусочек мира Брусиловского, но он будет с нами здесь рядом. Таня Егерева находится, благодаря которой появилась эта скульптурная группа, это памятник Герману Метелеву и памятник при жизни Воловичу и Брусиловскому. Просто памятник дружбе такой человеческой. Еще раз скажу, мы единственный город в мире, где у нас художникам при жизни умудрились поставить памятник. Таня, тебе огромное спасибо. Вот, Таня, ну покажи свой. Потому что на самом деле это событие очень серьезное. Если это все сделал большой Женя, то скульптуру сделала маленькая. Потому что всегда, я думаю, что все, кто здесь присутствует, все мечтали бы в его день рождения в любой. Сесть за стол, посидеть, поговорить. Ну, не получалось так никогда. Зато сегодня, видите, с днем рождения мешается. Все, что я могу сказать. И спасибо, что вы нашли время все. Яна, иди сюда. Яна прилетела из Израиля. Иди сюда. Она вылитая папа. Максим тоже ничего. А Максим тоже. Максим, иди тоже сюда. Где Максим? Иди сюда. Вот, так что иди сюда, Макс. Вот. Я очень рада, что все вместе. Это называется неопровержимое сходство. Неопровержимое. В общем, друзья, музей открыт. Всем скажите, можете заходить. Сейчас немножечко, чуть посвободнее будет. Вот Алексей Рыжков здесь очень хорошо читает и для детей, и для взрослых, потому что он сам и преподает, и с Мишей общался с детства. И замечательный там его тестовый портрет знаменитого Марка Рыжкова, его отца. Виталий Михайлович что-нибудь расскажет, я что-нибудь расскажу. Но здесь концепция была такая, несмотря ни на какое там новаторство, ни на постпрофессионализм, все-таки здесь достаточно свидетельств того, что Брусиловский это академик. Вот там за спиной стоит маленькая работа, мы ее оформили, написано «Киев 49-й». Портрет. Я вам скажу, что если бы кто-то листал, у каких-то старых мастеров, там у Рембрандта, у Леонардо, нашли бы такой листик, то сказали бы, да, замечательно, видно мастера сразу. Но здесь было написано МБ Киев 1949, он еще не начинал учиться. И здесь собраны вещи, которые пошли именно оттуда. Он был невероятно талантлив, и эта мощь видна вот в этих первых вещах уже. Но потом у него было по 20 часов рисунка в неделю.
Он учился на факультете графики, и здесь есть ранние его вещи. Но самое главное, что меня поразило, когда мы с Таней разбирали мастерскую, она отдала мне для музея альбом анатомический. Он составлял его еще совсем молодым парнем, когда учился в академии. Здесь прорисованы все анатомические, весь скелет, весь мышечный каркас. Прописаны даже реакции, которые, ну, вазомоторные реакции, реакции мышц на разные раздражители. Его рукой сделан вот это, как бы, и вот это. И здесь есть картина, которая называется в альбоме «Бригада Кордукова». И подводка к этой картине, там был толстущий конверт, я просто показал, что было видно при своем таланте, как он работал. Ну и сзади висит работа, это уже не первая его работа, «Игра в мяч». Значит, предыдущую купил, судя по всему, Абрамович за 150 тысяч фунтов, она была в более таком бело-голубом. Но эта картина глубже, потому что там уже не мяч, а планета. Но кто посмотрит, работа сделана в 3D и ни одной анатомической погрешности, ни одной анатомической ошибки. Вот. Мастер, академик, который мог позволить себе все, который работал легко, который долго думал, легко работал, очень плодовитый, создал круг, мало того, что он создал круг, он невероятно задрал планку, и те, кто шли за ним, у них были ориентиры, они вынуждены были соответствовать. Когда-то это назовут школой, когда-то будут писать, что люди круга Брусиловского и Воловича, это будет отдельное явление в искусствоведении, и до этого не так много времени. Потому что из-за этого, ну, просто логика исследований к этому приведет. Ну, несколько слов скажите сразу. Да, Елена Геннадьевна об образовательных программах скажет, что здесь будет работать. Дело в том, что мы уже начали образовательные программы, и школьники приходят сюда к нам. Мы вас всех приглашаем. Теперь Алексей Русаков, который лично знаком с Мишей Русаковым, будет рассказывать о художнике. О его жизни, о его творчестве. Это очень интересно, замечательно. Если мы со второй минуты встречи становимся все ближайшими друзьями, и наши встречи, беседы проходят великолепно, здорово. Я вас всех приглашаю, и мы вас очень и очень ждем на подкасте нашего музея.